Здравствуйте, присаживайтесь. Сейчас у Юлии Дегтяревой по плану прием, по его окончании – вызовы на дом. 21-й участок – это 960 маленьких пациентов. Впрочем, на самом деле у педиатра Одинцовской областной больницы их больше. Плюс очень много пациентов, которые ходят вне участка, которые обращаются на телемедицинские консультации и в чат в телеграм-канале. Юлия Дегтярева живет в съемной квартире. О том, что может получить региональную меру социальной поддержки, узнала от администрации больницы и из социальных сетей областного Минздрава. 10 января подала заявку на портале госуслуг. В положительном результате сомнений практически не было. По всем критериям одинцовский педиатр мог претендовать на выплату. Работа в Московской области, и главное – это отсутствие своего жилья. Да. Там не нужно прикладывать никаких дополнительных документов, что снимаем квартиру, там никаких ксерокопий, паспорта, ничего абсолютно, просто анкета, дальше оно все автоматически проверяется, это суперудобно. О том, что выплата будет, Юлия Дегтярева узнала в 20-х числах января. Теперь снимать жилье девушке будет легче. Компенсация в 20 тысяч рублей для нее существенна. Этой мерой соцподдержки воспользовались уже более 1800 медработников Подмосковья. Подать заявку на оформление компенсации можно за считанные минуты на портале госуслуг. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».